Тебе, Боже, да слава Тебе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 27 сентября. Память святых апостолов Марка, Аристарха и Зины. Святой апостол Марк, называемый Иоанном, это спутник апостола Павла и Варнавы в первом их апостольском путешествии, о котором упоминает святой Лука в книге «Деяния святых апостолов», был поставлен апостолами епископом в Вавилоне и ревностно подвязался в проповеди Евангелия. Он достиг такого дерзновения к Богу, что и самая тень его исцеляла больных. Святой Аристарх, о котором упоминает апостол Павел в своих посланиях, был епископом Апамеи Сирийской. Святой Зина был законником до своего апостольства, а впоследствии епископом в Диасполе. Святой Зина был учеником и сотрудником апостола Павла около 64 года по Рождестве Христовом. Когда апостол Павел писал свое послание к Титу, он трудился на Крите вместе с Титом. Законниками, иначе книжниками, назывались ученые люди, составлявшие из себя среди грубой и простой черни класс особенно привилегированных людей, сведущих в законоведении и ведавших юридические дела в церковных судилищах. Диаспор – это город по северной дороге от Иерусалима к Иопии, к Яфе. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.